Неожиданный эффект от американских санкций обнаружили эксперты Bloomberg. Аналитики издания, ссылаясь на свои источники, сообщили, что введя новые ограничения, администрация Трампа, по сути, помогла России выполнить давнюю цель – отвадить крупный бизнес от иностранных офшоров и приучить его хранить активы в российских банках. Отмечается, что предприниматели активно выводят средства с Запада и сейчас возвращают их на родину, опасаясь реакции американских властей. Более того, по данным Bloomberg, санкции привели к тому, что отечественные компании постепенно отказываются от расчетов в долларах и обращают внимание на другие валюты для расчетов с иностранными партнерами. При этом все большую часть средств копят в рублях. Таким образом, подчеркивает издание, после введения новых санкций США фактически добились обратного эффекта, сыграв на руку Москве.